Следующие кадры мы получили в рубрику «Мобильный репортер». В ГИБДД подвели предварительные итоги общереспубликанского рейда «Нетрезвый водитель». Он проводился с 14 по 16 октября. За управление транспортом в нетрезвом виде задержаны 39 человек. Кроме этого, в суд уйдут дела на 23 водителей, которые отказались от процедуры медицинского освидетельствования. Среди задержанных 20 водителей уже лишались водительских удостоверений. К сожалению, сводка дорожных аварий пополнилась ДТП, произошедшими по вине пьяных автовладельцев. Так, помощь медиков понадобилась на улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, где в ночь с пятницы на субботу нетрезвый водитель не уступил дорогу легковому автомобилю.